Всем привет, вы на канале Мой Крылья. Сегодня опять третья часть бумажные сюрпризы. У меня увеличились сюрпризы в размерах. Были такие, ну и сейчас такие есть. Стали такими и вот такими. Это самый большой. Да. И, наверное, догадались. Хотя, может, и не догадались. Вот поэтому. И по радуге. Потому что тут маленькая есть подсказка. Угадали, что это? Да, это с предыдущего видео. Вот такая была у нас глазки. Но это не только глазки. Помните Машу? Да. Начнем открывать. Давайте. Кто хочет услышать наше пожелание? Пожелание. Тут у меня есть малышки. Малышки и Тедди. Да, вот еще есть, угадайте, что это? Сквиши. Да, такой миленький сквишек школа. Да. Тут у нас что-то может из школьных принадлежностей попасться. Тут я не скажу, тут знаки вопроса. Да, это секрет, значит. Давайте откроем пожелание. О, легко открывается. И нам пожелали любовь. Любовь в доме. Вот. Такая красивенькая любовь с сердечками. Дальше. Давайте посмотрим, что у нас попадется в Тедди. Тедди — это мишки. Так, открываем. Тоже легко. Опа. И уже картинка вылазит. И у нас такой мишка попался, Тедди. Вот такой вот мишка. Боже. Любовь, Тедди. Кто хочет открыть няшка и малышки. Тут милашка. Это тоже из этой серии. Ну, из этой коллекции. Я говорю, в этих подарках нет вкладыша. Так что это просто вот. Опять же, легко открываем. И нам попадается сразу со слезками девочка. Да. Вот такая вот со звездками девочка. Миленькая. Она плачет. Откроем мини-серию. Тут у нас попадается девочка с сосочкой. Да, вот. И с сосочкой. Вот такая вот девочка. Она лежит. Вот так вот. Так, сейчас. Да, вот так вот она лежит. И откроем последнюю. И тут маленькая малышка спит. Вот такая милашка. Да. Вот они, три маленьких девочки. Вот это одна такая. Такие миленькие. Да. Считается, как вся коллекция. И откроем сквиш. Вот такой вот сквиш. Скул. И там у нас попадается вот это. Достаем. И нам попалась книжечка с сердечками сквишек. Вот такая вот книжечка нам попалась. Розовенькая. С розовым пробитым сердечком и с простым сердечком красненьким. Так его можно сгинать. Да. Вот, сквиши очень легко делать. Такой вот сквишек. И приступаем к самому огромному сквишу. Его тоже очень легко открыть. Потому что он очень огромный. И первое я уже достала. Это глазки великана. Тут у меня не так, как тут. Радуга. О, перевертыш вот такой. А в одном, потому что бумажка большая. И у нас начинаются сами глазки.
Вот сердечко. Влюбленная такая. Вторая — это кристаллик. Такой золотой. Деньги. Дальше такое черненькое солнышко, как блестящее. Солнышко желтое. И все ждали. Опа! И такие вот глазки разноцветные. Да. Перевертыш глазки. Ну, разноцветный перевертыш. Это еще не все. Он еще не пустой. Первый отсек мы открыли. Приступаем открывать второй отсек с такими вот зелеными штуками. И это бумажная леди. Вот. С волосами настоящими. Красотка. Она уже заплетена. А ну, можно я посмотрю? Да. Ну, такой вот. Второй отсек мы открыли. Больше тут ничего нет. Ну, ты молодец. Вот. Прям как живая. Леди твоя. Она такая, язык показывает. Да. Красотка, держи. Вот это две сестры. У одной волосы такие, но меняются глаза. А одну можно заплетать такие гульки. Во. Да. Попедлинный чулок. Зелеными волосами. Это ее сестренка, леди, которая меняет глаза на разноцветные. А это, которой можно делать прически. Две необычных сестры, бумажные сестры. Тут она одета в такой как топик с такими вот застежками.